Кстати, чем сейчас я особо, так сказать, увлечен и занимаюсь. И вам советую, если вы желаете вот там и про порчу узнать, и там про злые там силы, и про, будем говорить, философию здоровья, про философию жизни, про питание немножко там рассказывается. То есть я сейчас смотрю сериал «Сита и Рама». Там затрагиваются очень многие проблемы отношений мужчины и женщины, отношений человека в обществе, отношений человека и природы, как себя вести, вот как пища там влияет. Ну, не так, конечно, описано, как бы хотелось, но тем не менее, как действует вот пища сатва, раджас и тамас, то есть сатва пища уравновешивает человека, раджас делает его гневливым, тамас его делает таким инертным, слабым. То есть все эти вопросы давным-давно, многие тысячелетия назад, разбирались индийскими мудрецами, и все это вылилось в вот такие вот философские, будем говорить, поэмы Сита и Рама, вернее, она называлась вообще-то Рамаяна, и Махабхарата. Вот, я в свое время читать их читал, но уже подзабыл, и это вот теперь я смотрю сериал и, будем говорить, как сказать, очень доволен. Есть, конечно, определенные сложности с просмотром индийского кино, но тем не менее, если вы хотите для себя какие-то крупицы знания раздобыть, то следует запастись терпением и хотя бы там по две три серии, они каждая идет по 20 минут, можно перед сном просматривать.